Всем привет-привет! Но у вас необычная стратегия открытия подарков на эту акцию. Вообще, я тоже думал так же поступать. Есть возможность и продлить подольше носочек, по сути, и продлить подольше модули, и кольцо у вас будет дольше. Все как и положено. Но я потом посчитал все, взвесил и подумал, ну и ладно, не критично, что у меня не будет модулей, допустим, каких-то там 10-20 дней больше. В общем, стратегия рабочая, но мне не нравится. Я люблю подарки открывать именно в Новый год. Причина тому всего одна. Я хочу еще докупить подарков на эти же звезды. Стратегия рабочая только если вам нужны модули. Итак, она заключается в том, что открывать подарки именно в последнюю акцию. Покупать и открывать подарки в последнюю акцию. Все остальные подарки вы просто копите. Покупаете за мандарины, покупаете за звезды. Но вот акцию открывать именно в последний день. И сегодня у вас один из таких представителей, и это тактика с работой. Ну что ж, поздравляю тебя с выкачиванием призов. Ну, можно докачать все до топа, если есть такая возможность. Все равно, как ни крути, звезды дают эти подарки и дают неплохо. Так что по максимуму лучше вкачать сейчас.